глазки уже сразу были больные. Мы, конечно, его долго выхаживали, глазки лечили. У него были проблемы с координацией. Он мог крутиться на одном месте. Когда сестричка уже уверенно бегала, он только ползал. Если она с ним играла, он, конечно, всегда проигрывал. Он умывал котенка, вылизывал его. Он постоянно за ним следил, сопровождал его на всех прогулках. Он 100% был полностью включен в воспитание ребенка. Однажды в Инстаграм я увидела конкурс, проводила девушка Вероника Бикс из Германии. Федя так заинтересовал Веронику, она очень восхитилась. Она сразу сказала, что это очень необычный кот, хотя для нас он был обычный. Мы же знаем его с младенчества. У меня не было ТикТока, пришлось ради Феди установить. Я стала выкладывать ролики, и где-то 2-3 ролика у нас стали подписываться. Люди тысячами и много комментариев. Конечно, стала дальше выкладывать. Мне самой стало интересно.